Так, всем привет! С вами снова Репсру Медиа на этом же YouTube-канале. Записываем в рамках рубрики Game of Week очередной ввод. И в этот раз у нас ввод от первого лица самого Firebat Hero, эпатажного, оригинального выдумщика, который находит всякие баги, фичи и так далее. И с нами снова PG2K4, который поможет мне записать этот ввод. Привет, уже. Привет, привет, привет всем. Кузам, привет. Да, сегодня у нас в рубрике, у нас несколько новая рубрика открывается, которая будет называться не РОТВ, а ВРОТВ. Шифровать можете как хотите. И да, сегодня с нами FBH, который знатный выдумщик, и он на своем канале показывает часто интересные стратки. Сегодня мы такую посмотрим. Карта, кстати, Ацтек, довольно старая, древняя, может, не просто так он ее выбрал. Ну, этот ввод достаточно старый, ну как, относительно старый, возможно, тогда эта карта была даже в каком-нибудь ладдере, либо активно игралась на каких-то лигах. Ацтек, ну я не помню, честно, но на пролиге вроде она точно была. Каких-то индивидуальных может. И видим то, что тут первый газ, получается, у него пошел. А, нет, по сапплаю газ пошел. Да, то есть, но все равно, это уже начало необычное, он ставит 10-м, на 10-м лимите поставит уже газ. Что, как бы, уже дает такой намек на определенную креативность продолжения билда. Так. Пытаешься там барак. Разведку тиран не едет, хотя стандартная разведка вроде 1.37, если я не ошибаюсь, от тирана. Хотя... Да, но при этом билде себе позволить он такого не может, естественно. А вот поехала разведка, на исходе второй минуты, видит овера, понимает, что в зеркало у нас наверху. Так, что он там? Начинает пилить газ. Да, срывает всех рабов, потому что ему немножко не повезло. То есть задумку вы сейчас, наверное, уже отгадали, я думаю. Но ему не повезло, что зерк настолько близко, что он максимально быстро может угадать его, разведать его задумку. Поэтому он всех рабов срывает, чтобы спилить газ. Да, и вот как, ему сотка газа нужна для фэктори, и там как раз оставались две сивишки с бочками газа, которые донесли. Хватило как раз 100 газа ему, чтобы заложить фэктори. Да, и он в тютельку успел прямо, еще дрон приехал, и он успел. Да, а овер, походу, просто не долетел, повернулся раньше времени, что ли, потому что он же летел прямо уже около рампы, и потом куда-то, видимо, свернул. Он увидел СКВшку и подумал, что сейчас Марик уже выйдет, по таймингу Марик должен прибежать, и чтобы второго Марика не умереть. И решил дроном дочекать, но в итоге газ успел запилить. И вряд ли он там чекал вот, гейзер на количество газа. Ну, на таком тайминге, я думаю, ни один человек не будет. Хотя после этой игры, возможно, люди будут так делать, но обычно люди так не делают, да. Они не чекают газ. Наверное. Ну, и что получается? У нас зерк ожидает барак ЦЦ, а там барак факта. Да, и что там? Две собаки пытаются поймать ИСИшку. Да, он отвлекает собак, чтобы они к нему не бежали. Каким-то чудом даже протискивается сквозь собак на рампе, проезжает, отвлекает всех собак, за ним бегают теперь уже все, пытаются поймать его. Ультура пошла. Ультура заказана, там получается минералы еще остаются на будущий ЦЦ, что ли, у него там будет планироваться ЦЦ, потом в натурале. Да, он все время клепает рабов, то есть у него с механикой все в порядке. И вот зерк немножко в афиге из-за того, что ультура приехала. Там паник мод, все дела. Да, сразу три собаки отдаются, санка только сейчас заказана. Дроны пытаются перекрыть рампу. Как-то странно он дронов поставил. Там паника, понятно, то есть, естественно, он сильно прифигел с того, что увидел Вультуру. И он сейчас просто на адреналине клепает, как ненормальный, там, собак на все личинки, что-то пытается микрить. Сишка еще вычинивает эту Вультуру. А, ну детки умирают. Санка достраивается, но там уже сколько дронов-то прилегло, там, вон только три лепешки на экране видны, еще до этого сколько там умерло собак, дронов. Заказан ЦЦ при этом, то есть с макро продолжением этот билд у него получается.
Ну да, потому что, видишь, он много не вложился, он всего собирал, он потратил, в принципе, получается, только 100 Три газа, так барак что еще сражение очень добавил. большое. Чисто минеральными юнитами решил сейчас унижать походу серка. Еще перелетает фактой на мейн. Да, ему еще тут здесь немножко не везет с тем, что Зерк очень далеко внизу поставил пул, и в принципе Вижена может даже хватать, чтобы доставать до факты. Ну нет, наверное, вижу на полу точно не хватит, там же в здании маленький Здравствуйте. вижен. А вот Вультур там не застрянет снизу от факты, он там меньше пузырь. Застрянет, конечно же, да. Ну, тут как бы выбора нет. На самом деле это даже не так уж и плохо, потому что в теории можно одной вультуру оставить там, и когда собаки будут подбегать, они не смогут ее крысть. Да, то есть будут пытаться окружить, она там будет спрятана и будет отстреливаться. Да, застрял. Бункер для вультуры. Ну, приходится отменять ему. Я на его месте, наверное, бы просто вторую построил, она бы нормально уже вышла, а тут бы как бункер оставил. Ну и здесь Ой, опять паник здесь. мод, Зерк идет с масс собаки, тут Ну, тоже паник мод в ответ, застройка масс депошками. да. Немного не доконтроливает Firebat Hero, тоже теряет обе ультуры, делает стенку из саплаев. Ой, ну Я тут собак-то видел, видимо, много. этот билд креативный, он тоже вряд ли его тренировал сильно. Ой, собак все закрыл. Вот тут он вот не контролит, потому что думает, что уже отбился, а вот нефиг, короче. Пробегают такие собаки к нему. Ну не, ну еле-еле отбивается от пинус. На последнем арике на красном. Он там еще бегут, но тут и сивишки толстые, помогут отбиться здесь. А, ну, Да. крайне веселый билд, крайне веселая игра. Тут одна вультура унизила всех дронов. Ну, веселый-то не веселый, но по факту получается эффективно. Конечно, неизвестно, какой ММР это у Зерга, не особо сильный, наверное. Хотя непонятно Ну, пока. в Корее даже какие-нибудь ребята там с Б-рангом, они в 2 раза сильнее Б-рангов европейских. Ну да, там можно на 2 умножать по ММР корейцев и фуроген игроков. Ну тут уже Ну, мариков здесь снова очень много. Ну, приятно, там 4 барака, конечно, 4 барака там. а причем никакого технологического развития у тебя нет, он газ вот только-только. 12 газа есть, все, хватит. Он даже газ, наверное, не... Нет, до сих пор газ не поставил, кстати, только Мариков Вот. клепает. Надо писать в Blizzard, что вультуры стоили газ, хотя бы 50 газа. Это что такое? Это что Да, такое? давай после 23 лет сломай совсем баланс StarCraft, молодец, хорошая идея. Ну что это такое? Ну это не ибо, смотри вот. Это они еще без апгрейдов на Нет, это скорость. вмикрить надо, у собак скорость-то есть, это вмикрить надо просто. Причем у Зерга собак было много, но что-то он все равно не справляется. Вот еще куча собак. Ну ты видишь, это паник мод, то есть, опять же, видишь, игрок тоже не привык к таким стратам, и это сильно его удивило, он на панике там кликает уже. Мог бы просто санку дома поставить и хотя бы хоть как-то защитился бы, либо заказать закопку просто. Ой, Закопка наконец способна поймал намного лучше. ультуру. Ну да. Ну, санку в минеральной линии, и, в принципе. Да, ну и закопку, чтобы дроны не умирали, и все И нормально. гидроден бы уже воткнуть, да, по факту. Можно было. Ну, как Зира показывал, да, Зира показывал недавно, ну, как относительно недавно показывал в гайде, как отбиваться от мехтирана. Там против 1-1 начало получается, именно гидроден быстрый, там, и там три гидры, они там вультур спокойно гоняют. У гидры 15 урона, да, по ультуре получается? Ой, нет, какие 15? Сколько у... 12. Не, у гидры всего 10 урона. Да. По большим юнитам они наносят десятку, по средним 7,5, что ли, где-то так. У них же там Да. как-то... Ну, в принципе, видишь, Зерк кликал-то неплохо, 240 у него ПМ, то есть какой бы ранг у него там не был, но кликает нормально. Да, и что, забавно, то, что они ники этих оппонентов закрывают, как будто там фамилия, имя, Чтобы не отчество умирать, да, указано. публично, чтобы не умирать их. Они, Чтобы... кстати, раньше так не делали, это вот такая тема, где-то с год, наверное, как пошла, потому что, видно, жаловались на них много из-за этого. Ну, вот такая Да. веселая у нас игра, ребята. Мы, наверное, эту рубрику будем тоже продолжать. У нас будут иногда игры серьезные про геймеров, иногда будут такие веселые. Мы будем чередовать, стараться. Да, с пометкой Надеюсь, что вам в понравится. рот. Да. Нам после прошлого года идейку подкинули. Прошлый год у нас что там было? Так, я уже не помню. А, мини против пиано был. Научился Вот, потребовать в последнее время. да, масс шатлы мини играл.
у Точно, тебя точно она. против Агана, да, Да, против и Киана. после этого, типа, сказали, что это какое-то изнасилование. Поэтому и возникла идея, как бы, добавить такую рубрику, подрубрику, грубо говоря, игр недели. И так что вот такого рода видео тоже будет периодически выходить. Ну, периодически, регулярно, раз в неделю что-нибудь да будем выпускать. Да, я надеюсь, что всем понравилось. Скоро увидимся. До следующего раза. Да, Пока. до следующего видео. Всем удачи, пока.